Ивановские спасатели вернулись с Дальнего Востока. Больше месяца сотрудники экстремального ведомства участвовали в аварийно-спасательной операции в Хабаровском крае. Задачами, поставленными им руководством, а именно не допустить гибели людей, провести эвакуацию населения из подтопленных районов, ивановские ликвидаторы ЧС справились. Руками ивановцев спасены более 280 местных жителей. Правда, при выполнении своих обязанностей сотрудники управления МЧС столкнулись с неожиданной проблемой. Оказалось, что самое-то сложное не помочь человеку в виде того, что его посадить в лодку, эвакуировать, спасти его животных, поднять мебель. А самое сложное – это убедить его, что нужно это сделать и это необходимо. Приходилось неоднократно в один и тот же дом приходить по несколько раз. Если, например, до дома оставалось там еще метра два воды, приходишь, говоришь, давайте мы вас поможем, эвакуируем мебель, животных, людей. Люди до последнего момента сидят. Некоторые даже были, забирались на чердаках, жили. Но время подходило, вода, когда прирастала, все равно люди свои жилища покидали.